Итак, добрый вечер, мои родные. Сегодня я вам познакомлю вас с моими покупочками. Вот это всего мы купили в магазине Kaufland. Начнем мы отсюда. Купила я такие коржи, будем делать тортик. У меня у младшенького в апреле день рождения. Вот такое будем делать. Готовые коржи я покупаю. Вот такая сметана, она кондитерская, будем взбивать, здесь 1 литр. Взяла я 2 сметанки, будем делать крем и сделаем тортик. Дальше, салатик сделала, где взяла я лукчи, вот таких 5 вот таких вот репчатый лук. Дальше вот такая кудрявая салатик, вот такой 2 пакетика, редисочка 2 пучочка, 3 салата будем делать, салатик и огурчики, вот такие огурчики. Все это магазин Kaufland. Вот такое будем делать салатик. Дальше взяли мы вот такое, это такая охотничья колбаска в виде подковы, вот такое вот оно, очень хороший состав, болгарская, болгарские фермы, вот таких 3 взяли мы. Такие в виде подковы, вот такие палочки, это типа сервелат, такие они двойные, будем резать на день рождения. И вот такая ореховая фирма, вот такие орехи фирма, это уже сурово сушеный, тоже типа сервелата. Она такая здоровенная, толстенькая. Вот такие 2 палочки. Дальше. Сейчас у нас пост, я пощусь. Будем делать стручковую фасоль. Такую будем приготовлю с вами. Делаем. Так, дальше. Вот такой йогурт Дананино. Подарок магнитче идет. Магнитики такие морского типа, разные морские рыбки, 4 штучки. Здесь у нас состав клубника и абрикос, вот таких 2. Так, дальше из продуктов взяли мы такое кофе классическое, будем кофе варить, и растворимое. Я буду пить растворимое, вот такое буду добавлять соевое молоко, вот такое вот, типа напиток шоколадный, соевое молоко. Вот такое. Дальше, из фруктов, это апельсины, мандарины, да, помните, мы кожицу делаем. Сушим и делаем муку. Видео у меня на канале есть. Вот яблочки 2 пакета. И напиток буза. Болгарский напиток буза. Вот такой можно пить в пост. Я вас познакомлю, сделаю отдельное видео об этом продукте. Здесь сахар, вода и пшеница. Делается из пшеницы. Болгарский продукт, качество Болгарии. Это уже Lidl, магазин Lidl. Дальше хлебушек такой нарезанный, ну и белый хлебушек. Пост хлеб мы не едим. Ну, типа, я так решила не есть, потому что там есть дрожжи. А дрожжи это что? Живой продукт. Дальше вот салат айсберг. Вот такой айсберг.
будем делать салатик. Вот такой парти микс, это тоже на день рождения пойдет. Вот такие рыбки разные, это соленые такие печенечки. Дальше масло сливочное. Ну, это детям. Будем бутербродики делать. Дальше взяла я для моей посудомоечной вот такую соль. У меня закончилась. Здесь 2 килограмма. Не хватает на месяца 2. Такое количество. И взяла я вот такое вот. Старенькая уже, надо менять. Так что вот такие покупочки были небольшие. Будем делать тортик с вами, сделаем тортик. Я вам покажу, как я делаю тортик. Вот он, Стивен. Стиви! Стиви! Вот он мой красавец. Да. И сегодня у меня вышло видео картошечка с грибами. Готовьте со мной. И задавайте вопросы, комментируйте, подписывайтесь на канал. И смотрите наши видео. Все, мое, не буду с вами прощаться. Всем пока.